С 14 по 20 марта в муниципалитете проходит профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». В связи с ростом ДТП с участием пешеходов сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу вышли в рейд, чтобы напомнить водителям транспортных средств об основных требованиях при проезде зебры. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства. Соответственно, если пешеход подошел к проезжей части и ступил на пешеходный переход, водитель обязан пропустить пешехода, чтобы пешеход мог закончить переход проезжей части через дорогу. В случае несоблюдения данных правил водителей ждет штраф от 1500 до 2000 рублей. Крайне внимательными на дороге следует быть и пешеходам. Главное правило – запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода. За что вас остановили, знаете? Пешеход переходил проезжую часть дороги, вы его не пропустили. Всего за время проведения рейда было составлено 4 протокола в отношении водителей, которые не предоставили преимущества в движении пешеходам, и один за стоянку прямо на пешеходном переходе. Автолюбители от комментариев отказались.